Не все ребятишки пошли нынче в детские учреждения. Четверо, во всяком случае, уже в 9 утра работали своими легкими ручками на розыгрыше 15-го тиража российского внутреннего займа 1992 года. Розыгрыш, проводимый Минфином России, 8 раз в году приехал в Петрозаводск. На облигацию в 1000 рублей при благосклонности фортуны можно было выиграть 5 миллионов. Всего в тираже 200 тысяч выигрышей обеспечены суммой в 2 миллиарда 803 миллиона 550 тысяч рублей. Тираж прошел в обстановке сугубо деловой.